студия традиционного джаза и диксилент Олега Петрушенко 26 ноября в 18 часов приглашает в зал филармонического собрания на шоу-концерт в честь основателя студии, музыканта и педагога Владимира Сизова с участием лучших джазовых исполнителей Ярославля и Череповца при поддержке мэрии. Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать на праздник, посвященный студии традиционного джаза. Здравствуйте, дорогие гости! Очень приятно вас видеть всех. И сегодня мы будем наблюдать мистерию джаза. Мистерию джаза. Все мы сегодня с вами окунемся в сказку, в необычную сказку, окунемся в мир музыки, окунемся, можно даже сказать, Виктор Борисович, в рай. В рай, потому что Диксилендом раньше назывался рай. Рай для рабов назывался Диксиленд. А сегодня мы будем слушать самый настоящий Диксиленд, череповецкий Диксиленд, студия традиционного джаза. И, как говорят, джаз слушают именно интеллектуальные люди, поэтому давайте себе поаплодируем. Сегодня в зале собрались именно самые интеллектуальные люди. Да, и поэтому мы объявляем концерт открытым, и прямо сейчас... Наслаждайтесь джазом прямо сейчас. Каждой минуткой, каждым моментом и на эту сцену с удовольствием, с большой честью мы приглашаем студию традиционного джаза имени Владимира Сизова, город Череповец. Предоставим слово Ее Величеству музыки, музыка все за нас скажет.
Thank you.
Это огромное счастье присутствовать на сегодняшнем концерте и вообще здесь находиться в этом прекрасном зале. А все вместе мы облагораживаемся джазом. Облагораживаемся джазом. И, кстати говоря, концерт проходит при поддержке мэрии города Череповца и мебельной компании «Второй дом». Да. Люди, которые делают эту мебель, делают тоже, видимо, с душой, так же, как и артисты сейчас выступают на этой сцене. Виктор Борисович, можете поведать, откуда все-таки взялся джаз? Джаз — это вообще такой конгломерат, такой конгломерат стилей. Представляете, после окончания войны севера и юга США появилось очень много дешевых духовых инструментов. Никто на них играть не умел, и цена на них была очень низкая. В то время они были не востребованы. Это не то, что сейчас. Попробуй купи себе дудку. $1000, пожалуйста, положи, да? А там совсем сущие, буквально там пенсы, копейки, что там у них, да? Все, многие рабы покупали себе духовые инструменты, трубы, тромбоны, и учились на них самостоятельно играть, не зная нот, заметьте. Не зная нот, от души. Вот то, что чувствовали, то играли. Не только души. От души. Какая у них душа? Душа была у них к Богу. Они все были в церкви. Они все были верующие люди. Вот что нужно заметить. И они свои мелодии своих псалмов веселых, спирчуэлсы, перекладывали в духовые вот эти ноты. Они дули, они просто подбирали вот то, что они поют в церкви. То есть получается, то, что мы сейчас слышим, пришло именно от рабов, вот из той... Нет, но еще не все. Они подбирали нас искажением, понимаете ли. Они подбирали, но носили в них еще свою эту интонацию проклёрную, африканскую. И белые люди над ними смеялись, говорят, дурачки, что они там играют, неправильно. Секунды, синкопы какие-то непонятные. То есть тогда это была музыка маргинальная. И лишь только в 1917 году, да, Дмитрий? 1917. 26 февраля был записан вот диксилент, который был популярен по всему США. Это в Нью-Йоркской студии, кстати, она называлась Виктор, наверное, в честь тебя. Виктор, да. Записали первую на то время пластинку. И неделю спустя, эта пластинка, можно сказать, что перевернула всю Америку, и джаз стал настолько востребован, насколько вообще и представить себе невозможно. То есть получалось, вот эти люди, рабы, они перевернули музыку задом наперед, и это стало модно. Модно, и играют сейчас ее по всему миру. Сейчас играют совершенно белые ребята, череповчане и ростовцы. Это получается так, что мы сегодня, для нас это тоже большой подарок от города, поэтому все, кто сегодня находится здесь в чудесном настроении, в прекрасном настроении, давайте еще раз поаплодируем. Для нас играет студия традиционного джаза имени Владимира Сисова. А то, что... Пусть играет, пожалуйста. Да, пусть играет. Все, кто хочет потанцевать, вот так вот, если нет возможности, можете ножкой притопать, в ладошки хлопать, наслаждайтесь, потому что этот концерт проходит впервые в Череповце, можно сказать. Вообще студия традиционного джаза — это... Студия традиционного джаза, я знаю, когда зародилась. В 1970 году в городе Ярославле. На сегодняшний день это единственный коллектив в области. Поэтому аплодируем.